Итак, всем привет. Начинаем седьмую серию. Мы прошли полностью, закрыли всю локацию. Не, нашли, локацию, это часть мельницы. Нашли, да. Где мы? Вот, да, ну вот этот вот кусочек мы здесь все собрали, все нашли. Перенесло нас вот сюда направо, да? Странно, я думала наверх. Да, я тоже на самом деле, потому что нас наверх кинет. Там ведь даже какой-то значок-то появился. Это сюжетный квест финал. Ну сейчас мы с этим, с дедком поговорим, отдадим ему 5 этих, значит. У нас нету. У нас 4 набрано. Открой инвентарь. 5. Окей, 5-ю нашли. Да. Но это надо куда-то бежать далеко. Нет, где-то под нами прям. Да? Угу. Вот, видишь, его тоже мутит от колес. А мне нравится. Ой. Так. Он типа компас потерял. Чувак, вот извини, конечно, но это твои проблемы. Ты вообще птица, ты летаешь. Какого фига ты посылаешь маленького... миленького, беленького пупсика, чтобы он тебе что-то таскал. Правильно, пристрели этого дятла. Куда я иду? Не знаю. Ну я типа так-то гуляю. Вон ты пошел уже там во все тяжкие. Да блин, я хотел. Она куснула его. Боже! Это песос. Ох. Боже, не могу это смотреть. Внизу апатинка. Что-то у меня пошло не так. Нет, почему? Это вообще вход в первую мельницу, по-моему, да? Сейчас, подожди, мне показалось... Дедушка где-то вот здесь, кстати. Здесь? Блин, либо здесь. Или нет. Нет. Вот здесь. Да. Ну и да. Вот туда прямо, он недалеко. Ладно, раз упали. Ну просто вот смотри, окей. Не считается ли мельница отдельной локацией? И вот мы сейчас хорошо ему, допустим, даже отдадим там, стройматериал. Он очи... Чему отдадим? Стройматериал. Он очистит, допустим, вот от лозы локацию. Да? И насколько просто это поможет? Жесть. Ого. Опять меня куда-то понесло. Еще раз. Да, блин. Ты хватайся. А вот она еще одна рука. Тоже шестая. Пятая. Почему показывает пятая? Мы сейчас только что открывали инвентарь, было написано пятое. Что вот это за бред? Осторожней. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это была подстава. Стоять. Удачно. Что ж ты делаешь? Террорист. Что-то я за это. Ну туда, он туда. Нет. Туда, прямо, дедушка. Туда, куда? Прямо. Еще? Да, да. Мне казалось, уже вот здесь. Вот она развилка. Бешеные вот эти двое. И мы пришли чуть ли не снизу. Кстати.
Потому что тут медведь. Под жопу тебе. Да все, все. Плевачное растение. А там что, тупик, да? Ага. Окей. А нам куда? Ну, пришли мы точно снизу, потому что там медведь своей попой все завалил. А, вот, вот она, эта деревня. Где? Блин, ну охренеть. Да, а ты думал, это близко? Вот, смотри, теперь туда еще можно сходить. На. А здесь, ты что, а делаешь? Здесь как? А здесь, а что? А как? Не смешно. Да. Ладно, сейчас давай перельем ману. Да, раньше огонь, конечно. Таки нам куда? Туда. Да. А тебя ведь понесло наверх. Маленький сорян. Мы аж ему лицо впечатали. Сам виноват. Вау. Та-дам. Это мы удачно зашли. Шест. Ладно, пилон. Да. Вот этот статистику про нас собирал. А эти там. Осторожно, осторожно, у них дырявые мосты. Вот он. Жми. Очищаем. Блин, забываю, что надо еще нажать. Так, я... А, он сейчас вниз откроет. Наверное. А. И все? Это что, все? Я думала, он по всей локации это сделал. А можно его придушить там? Ой, не та кнопка. Ага, рука дрогнула. Ну, сейчас была реально не та кнопка. Рили, то есть, да? Да. Чтобы тупо соединить вот эту хрень. Лучше бы мы домик маленькому построили. Здравствуйте. К нему теперь все с проблемами. У него желудь провалился в дыру, божечки. Что-то напоминает. Дыра, говорит, тесная. А ничего, что вы примерно одной комплекции? Угу. В какую-то дыру надо достать какую-то желудь, господи. Боже. Сейчас, хочу кое-что проверить. Ага. Ну да. А, мы набрали, кстати. На тройной прыжок. Тут НПС эти все где-то тут. Только я не помню у кого. Есть птиц. Там есть еще вон тот. У того, что ли, который в колпаке. Не помню. Ну, я уж тоже не помню. Там наверху, кстати, мы осколок не забрали. Этому дом надо строить. Не та кнопка. Учим. Ну, на 5 воздухе вы сможете прыгнуть дважды перед приземлением.
Ну, давай. Я уже. А, ну хорошо. Это именно апы скиллов. Ну, не скиллов, а его умений, да? Ну, не совсем. Что-то... Что-то новое, новенькое есть. Это вот на туда. Блин. Сюка. Тогда лучше бы деф взяли. Да. Да, сейчас попробую. Твою мать. Да блин, он не захватывается прям. Там где-то осколок, кстати. Я прям вот разочарован. Да, есть такое. Осколки. Ну, собственно, мы и протупили. Обрати внимание. Он весь в осколках, рядом с ним осколки. Знаешь, это корзина. Да я вообще не это пока еще... А вот это улучшение. То есть вот что нам надо учить. Именно улучшение. Они. А осколки это новые его типа способности. Ну, просто новые осколки. Да используется та же самая энергия. Нет, используется одно и то же. Опыт, да. Надо было вот здесь что-нибудь брать. Ну, теперь будем знать. Обидно. Чего они взяли? Вот тут наверху осколок. Да там жопа медведя, по-моему. Нет, жопу медведя мы уже прошли. Вот этот. Видишь? Вот он, наверху. Ну, я не пока вот тут. Что, нельзя допрыгнуть? Да, как я допрыгну? Не знаю, тут столько прыжков набрал. Где там желтый его? Желтый тут в жопе, у него там застрял, не знаю. Считай. Где желудь? А он нам показал? Темная пещера под родниковыми полями. Оу. Туда можно пройти. Только как? Тут какая-то кулака. Ой, ладно. Ну, по идее, это вопросик каким-то или еще что-то такое. Вот это вот что? Вот это мы вот сумки таскали какие-то. Между... Нет, но эту сумку еще надо найти, кому ее отдать. Мы до сих пор ее носим. Ха.
один, два. Ну, ПЗ, пойдем дальше, мельницу чищать. Угу. Где-то тут какой-то ленивый. Один проход нам сделал. И все. О. Вау. Да. Да. Твой прыжок все-таки силы. Ух ты. Еда. Ой. И там еще. И осколок еще. Ну, тут я уже пока даже не знаю, как залезть. Ну, как-то можно. Явно. О. Нет. Не, надо все проверять. Дальше, наверное, на платформочку. Тихонько. И вот сюда. Угу. Авантюра. С ними враги станут более живучими и будут наносить больше урон. Зато вы сможете получать из них больше опыта. Не, ну это жесть. Угу. Хардкорите. Да, блин. Сильно. Вон там сколько, видишь, опыта. Видимо, через... ну, в общем, через другую надо это брать. Угу, нет, вот тут вот, вот. От этого лемура. Так, оставь еду в покое. Вот он, лемур какой-то. Мы у него, кстати, были или нет? Угу. Тоже, небось, какой-нибудь квест даст. Нет, не был. Наверное, да? А, про облагораживание. Мы слишком маленькие, вообще мы лучше поиграем. Типа зимой. Не, ну с тройным прыжком, конечно... Это имба, да. А здесь как будто кто-то в этом гнезде живет. Угу. Да хватит жать. И вот там наверху, видишь, еще не исследовано. Да. Ну там то, это... Сложно залезать? Да, непонятно как. О! Ух ты. А поэтому он не ползет, да? Не. Угу. Ну ладно. Не, ну где-то этого, конечно, просто. Бешеные цены. Открыл какой-то один проход, там вот этот. Да, я тоже надеялся, что там квестик кто-то будет побогаче. Маленькие, все. И я в тупик пришел? Нет, нам наверх. А. Брат, уйди. Он меня пугает. Есть такое. Две трупоябры сейчас. Ох! Да. Нормально. Офигеть. С этим прыжком не нужны эти практически. Держат, ну, отстреливалки, угу. Которые. Ну, почти. Были. А!
Нам туда? А смотри, опыт где-то над башкой. Ну, наверное... От фонарика наверх. Ну, сюда-то мы залезем. А здесь вот ничего не надо, да? Ну, мы там, видимо, были, не знаю. Опыт, мне кажется, снизу прыгать. А, либо нам еще надо спустить этой воды. Непонятно куда, правда. Видишь? Вот, вот здесь вот прям. Вот за колючкой как будто вот. Вот которая под нами. А, я бы склонялась, что он где-то вот тут. Типа от фонарика с поднизу, то есть лететь башкой в потолок. Почти. Нет. О! Ага, вот! Надо было хватать. Леваку это надо было хватать. Да нет, да? Я головой бьюсь. Странно. Джа. Ну, значит, наверное, воду спускать. Осторожно, там так, двое. Так, мне сюда. А, давай сходим. Там еще этот бедный медведь, которого надо как-то разбудить. Так, там медведь. Да, там медведь, и непонятно, как его будить. Он так мило и сосал кладет в нос. Он так мило кладет ему ручки на лицо. Там что-то напоминает. И что, там нету там? То есть не. Его нельзя там огреть по носу? Не, вообще, боевка не работает. Блин. Так. Сверху тут какая-то дырдочка есть. О! Мама мия. РБ, что ли, какой-то? Да. Такого у нас еще не было. Пчела и какой-то краб. Второй краб. Живи. Ты зачем цветок? Ты заодно все проверяешь? Блин. Одна жизнь. Что-то как-то через я нее вот... нельзя тпшиться. Ого. Только не в пчелу. Сах ты ж мерзкий краб. Давай еще раз. А, уже можно буянить. Жопошная пчелка. Ништяк. Он в воздухе очень жестко с молотка бьет. Да, а краб где еще? Он где-то застрял. Так вот. О. Я тебе сейчас покусаю, зараз такая. Ой. А ты упала. Я себя потерял. Вон ты тут на жопе у жука. Плевака. Одна жизнь. Да ёб твою мать-то. У меня сели.
Ладно, еще раз. Я понял. Возможно, их будет 3 захода. Ах ты ж. Да ты. Да ты вы. Да. Да погодите вы. Да блин. Так. Жих. Ты без молотка. Да блин. Я знаю. Да что ж вы меня так законтрили-то вместе? Тактика, направление ударов, мне кажется, все-таки лучше. Каких направлений? Да, там вообще... Отражение ударов. Нет. Там он урон получает постоянно. Блять, я заебался на эту кнопку жать. Не жми. Да не знаю. Одна жизнь. Да песок. Да. Вот это ништяк. Заряды их, как вариант, можно понаправлять в жука. Я не знаю, жук все пойдет один. Хитрожопые все силы. Не идет, смотри. Угу. В другую сторону. Да, господи. А чё он не бьётся-то? Переливаемся. Обратно сюда. У меня осталась одна энергия. А-а-а! Да как? Один сдох. Жестко, блин, хуже, чем орды. Еще одна будет. Жесть. Ля-ля-ля. Жесть, вот это контроль. Две пчелы и какие-то раки, крабы, другие. Жесть. И этот. А, нет, лечусь. Нет. Ну, как вариант. Да, блядь, заебал мне эта кнопка. Пчел растаскать в воздухе.
удачно упал. Две жизни. Одна. Да так. Ай. Вот это у них вообще радиус. Блять, и заново, ну это жесть. Да, жестким-то. Да. Ай, молотка нет. Как? Не молотка, а меча. У тебя что-то вообще все послетало. Да вообще какая-то хрень. X на мече. Да. Y на молотке, B на луке. Все правильно. Да я тебе сейчас вот. Одна жизнь. Да блин, я вот не всегда понимаю. Вот чё он с молотка вот не всегда летит вниз. Стремительное что-то. Ну вот видишь, сейчас он не нажал. А потому что ты вверх смотришь. Вниз я смотрю. А. Ну, это уж я точно хз. Как проще запинать. Не, наверное, жук вообще был так-то изишный. У него были очень легко читаемые атаки, и он был один. А здесь, конечно... Да блин, такая. Да блин. Второй раз. Стоп. Будет у меня. Молоток на место. Пошел. Сейчас. А. Тут можно виснуть. Хотя плевака туда может стрельнуть. Угу. Так.
Две плевахи. Этот сдох. На. Чуть ниже. Готовься. Сейчас будет жесть, да? Ну эти две овцы. Две пчелы, две осы, да? И два краба каких-то еще апнутых ядрит. Еще, по-моему, одна плевалка. А, или нет, где-то две пчелы там дома. Ой-ой-ой-ой! Прям спамь как можешь, вообще как не в себя. Красава. Где? Перелиться, что ли? Еще одна, вот она, скотинина. Там. Сейчас посередине еще. Ой, это гадкие, эти белки богами. Прыгай. Уйди от тебя, вот там будет плюется тебе кто-то в спину. Угу. Растение. Так. Еще рак! Этот краб, как его ядрит-то забрали. Просто шаг! У них очень большая площадь дрожжей. И еще. И еще. Растение. На. Вообще шикарно. Это же все? Да. И жизни много осталось. Так, что-нибудь происходить-то будет? Окей, мы что-то, так сказать, Улучшение ячейки для аску. Тебе может одновременно использовать больше осколков. Чё? Нам можно воткнуть больше осколков. Это тема вообще. Их теперь можно 4. То вот есть ты вот убрал лук. Или что ты убирал? Стойкость убрал. А. Стойкость. Вот нам ее сейчас и не хватало. Да. Ну тройной прыжок тоже, знаешь. Это имба, я не спорю. Так, здесь больше нет никаких потайных, а то там вон еще карту. Ты смотри-ка, да. Туда ход. Оп. Красотуля, еще але оп. Жизнь. Капустка. Капусточка наша. Так, все, да? Да. Все, молодцы. Теперь нам надо наконец-таки туда. Так, ну пойдем на мельницу. Так, время. На мельницу мы пойдем в следующей серии. Это было жестко. Да. Надо пальчики размять. Все, всем пока.